Так, всем привет! Как я говорил в прошлом ролике, с 2021 года вместо прибора X100 Pad 3 у нас теперь будет продаваться только X100 Pad Elite. То есть вместо троечки теперь Elite. Так, в целом, если вы заинтересованы в покупке этого прибора, либо вы хотите выбрать какой-то прибор из ассортимента X-Tool, посмотрите предыдущие ролики, потому что в этом ролике я расскажу только про отличия от прибора Pad 3, который продавался ранее. И тут таких полезных штук особо не будет для вас. Тут только про отличия, поэтому если заинтересованы в покупке, не знаете, что выбрать, смотрите предыдущие ролики, ссылки на них я снизу кину. Вот, с 2021 года китайцы поставляют нам теперь только этот прибор. Pad 3 купить невозможно от слова совсем, то есть его просто в прайсах нету. И при всем желании мы не можем его продавать здесь, в России. Продавцы на Али будут продавать их ранее, как и ранее. Для них ничего не изменилось. Но X-Tool говорит нам, что сейчас для российского рынка, для местного рынка будут выходить обновления только на этот прибор. На тот прибор актуальных обновлений не будет. Насколько это правда, покажет время, пока не знаю, но политика компании такая, и от нас тут ничего не зависит. Как вы видите, изменилась упаковка. Здесь она стала в серых тонах, как и ранее. Что касается упаковки, здесь также написано уже SE, то есть Second Edition. И смотрите, из приятного, здесь у нас теперь батарея на 10 тысяч мАч. Раньше была батарея на 3000, то есть более чем в 3 раза увеличена батарея. Теперь давайте откроем, посмотрим, что нас ждет внутри. Кейс ровно такой же, как и был ранее. Дешевенький, не такой, как у приборов серии H6. Внутри все то же самое, как и ранее. Макулатура. Сверху лежит планшет. И вот как раз-таки самое большое изменение коснулось именно планшета. То есть он стал, по-моему, один в один такой же, как H6 Elite. То есть с подножкой, с батареей на 10 мАч, и изменилась его форма. По-моему, это вот прям реально один в один. Возможно, это просто какая-то оптимизация, чтобы не выпускать разные планшеты, может, каким-то другим. Но как для конечного клиента, конечно, большая батарея всегда лучше. И теперь самое большое разочарование. Теперь за базовую стоимость, которая была раньше, сюда не входит адаптер KC100. То есть его здесь нету. Как вы успели заметить, на упаковке здесь тоже раньше было написано Equipped with KC100 и EEPROM адаптер. Теперь здесь написано просто Equipped with EEPROM адаптер. То есть KC100 они, ну, так не очень элегантно заклеили скотчем. Это, конечно, не очень приятный момент, но пошли они на то, на этот шаг для того, чтобы сохранить базовую стоимость. То есть цена на него не выросла, то есть она осталась такой же, как и раньше, но в комплекте нету адаптера KC100. Также китайцы делают такую акцию при покупке планшета Pad Elite вместе с KC100 действует специальная цена. То есть эта цена ниже, чем если вы сначала купите планшет, а потом захотите купить KC100. То есть меньше цена, там порядка 5000 рублей ниже. То есть это такой, ну, в принципе, достаточно хороший бонус. Но раньше это было в базовом комплекте, теперь его нету. В остальном ничего не изменилось. Самое главное нас ждет впереди, то есть будет ли сказанные слова о том, что сейчас
только на этот планшет будут выходить актуальные обновления для местного рынка, либо это не сбудется, мы увидим впереди. В остальном все то же самое, все так же, нету КЦ 100, лучше батарея. На этом все закончено. Отличие закончено, так скажем. Я его сейчас подключил к интернету, к Wi-Fi, и запущу программу основную. Здесь он, как и ранее, говорит, что нужно его активировать. Активировать мы его не будем, потому что активирует его клиент, который купит. Мы просто переключим на русский язык. То есть, и здесь мы видим все то же самое. Вместо X100 Pad 3, теперь Pad E, Pad Elite. Менюшка осталась такая же, то есть также здесь сначала иммобилайзер, одометр, потом общая диагностика, потом сбросы. Ну, короче, ничего не изменилось. Изменился планшет и нет в комплекте КЦ-100. На этом все. Всем пока.